Ну, конечно, настоящий. Шпион настоящий, а вот театрализованность излишняя, она просто венчает или, так сказать, подогревает то раздражение, которое существует в наших двухсторонних отношениях с Америкой. Ни больше, ни меньше. Шпионов ловили раньше, ловят в настоящее время и будут ловить в будущем. Весь вопрос, как это подавать. Например, я помню, наших шпионов поймали в Америке, а как раз был визит Медведева туда. А вот теперь ваша коллега, которая является ведущей там на одном из каналов, по-моему, на РЕН-ТВ, бывшая разведчица, которую поймали и выслали оттуда. Так вот, тогда они, например, не стали этого делать, потому что визит Медведева. Но как только Медведев уехал из Америки, они сразу это дело обнародовали, в том числе и записи, и все остальное. Думаю, что то, что произошло в Москве, из этого же разряда, ни больше, ни меньше.